В этом танце присутствуют три образа. Радха, тоскующая по Кришне, ее подружка и Кришна, Шри Кришна. Радха идет по лесу. Она ищет Кришну. Она прислушивается к тишине леса. Она отзывается на каждый шорох. И вдруг она видит образ Кришны перед собой. Она бросается к нему. Ой, ну нет, это просто иллюзия. Она расстроена и огорчена. Ее подружка приходит к ней и старается утешить ее. Не волнуйся, я пойду и позову его. Подружка идет и видит Кришну. Он играется с гопиями. Он разбивает им горшки камешками. Он отнимает у них кувшины и брызгает их водой. Он брызгается с ними краской. Подружка просит: «О, Шри Кришна, приди к своей Радхе, она ждет тебя». «О, Кешава, Радха так истосковалась, она исхудала в одиночестве. Она, все украшения для нее в тяжести». Подружка пытается успокоить Радху. Она смазывает тело ее сандаловой пастой. Она брызгает ее розовой водой. Она посыпает ее лепестками цветов. Но Радха безутешна. Но и в печали она прекрасна. Ее лицо подобно полной луне. Ее сердце Шри Кришна. Этой прекрасной форме я поклоняюсь.